Обломки могли запутаться в сети. Может, тот человек был рыбаком? Не похоже на ножевые раны. Металлические доспехи, попав в воду, могли испортить ее вкус. Этот запах будет со мной всегда. Но хоть вода в реке чистая. Может, принесешь больной женщине мяту? Я нарвал немного по пути. Дальний участок поражен болезнью. Я видела такое лишь раз. Тогда у старого хозяина погибло все, и запах был ужасный. Дальний участок? Я проверю. Удивительно, как на этом поле еще может что-то расти. На Кефалинии обрабатывали кожу чем-то ужасно вонючим. Земле это не полезно. Земля покрыта пятнами. Это нехорошо. Похоже, только огонь поможет покончить с болезнью. Верить не могу, что приходится здесь все убирать. Теперь понятно, отчего так злится Тефта. Больные растения я сжег. Вода в реке очистилась. Думаю, на этом все. О, тебя прислали боги. В чем причина напасти? Ты постоянно смотрела на небо и забыла о том, что перед тобой. Боги не виноваты в том, что случилось с рекой и полями. Виновата ты! Что?
Как ты смеешь? Ксанфа сказала, тебя прислал Зевс. Но ты такой же безбожник, как мои лоты. Проваливай! Яд, сгубивший поля, ничто по сравнению с ядом в твоем сердце. Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Давай. Ты ведь хозяин орла? Я не ошиблась? Я? Ну да. Это ясно без слов. Твои волосы божественно красивые. Твое тело мог бы изваять лучший скульптор. А твои руки такие сильные. Вот бы они... Вот бы они что? Отнесли эту корзину моему мужу, Калибусу. О, точно. Магистрат о тебе говорила. Я быстро управлюсь. О, благодарю. Если тебе что-то нужно, скажи. Где мне искать Калибуса? Он важный человек, полководец. Его войско сейчас в крепости Присай. Это дальше, по берегу. А что в корзине? То, что нужно перед битвой, чтобы заслужить расположение богов. Это даст моему мужу преимущество перед врагами. Я отнесу эту корзину. Тяжелая. Что там, камни? Huh?
Мистий, рад видеть, что привело тебя сюда. Полководец Калибас, твоя жена передает тебе посылку. Похоже, это подношение богам. Моя славная женушка. Такому дару порадовался бы сам Дионис. Это выпивка? Я думал, это должно спасти твою жизнь. Припохмелье спасет. Друзья, нас ждет веселье. Выпьешь с нами? Ты и правда выпустишь солдат на поле боя пьяными? Странно, что ты спрашиваешь. Ты разве не из Спарты? Мы пьем так же хорошо, как и сражаемся. Я понимаю. Люблю доброе вино и хорошую компанию. Другого я и не ожидал. Дайте воды. Где бурдюк с водой? О, где моя голова? Кажется, осталась где-то на пляже. Наверное, это все грибы виноваты. Помню, мы строили курятник. И то поле тоже помню. А вот троянского коня не помню. Когда я проснулся, он уже был здесь. Это же наша жертва богам за спокойное плавание. Подтащим его к воде. Как-то я хвастался другу, что я куда лучший тактик, чем сам Одиссей. Ох, как я ошибался. Это тоже полезный опыт. Запомнишь. Передай моей жене спасибо. Не знаю, благодарить ее или ругать. Позорная смерть. Здесь меня могут заметить. Я не собираюсь умирать. Разорву клочья! Ищи давай. Ты хозяин орла. Чудесно. Магистрат Ксанфа тебя расхваливала? Приятно слышать. Дело вот в чем. У моих детей блестящее будущее, но они не хотят учиться. Считают, что все уже знают, но приставь им меч к горлу, и стиха не прочтут. А я тут при чем? Они слышали о хозяине орла и боготворят тебя. Если расскажешь им историю, возможно, они перескажут ее наставникам.
Странная просьба, но не самая странная в моей жизни. Я согласен. Мои дети сейчас в храме Диониса Колонатоса. Ждут новой истории. Им надо рассказать о Персее. Они слышали эту историю, но уже все забыли. Персей? Я знаю его историю так хорошо, будто мы родственники. Ха, не волнуйся, твои дети не смогут оторваться от моего рассказа. Приветствую, я... Хозяин орла! Мы тебя знаем! Хочешь рассказать нам историю? Нам точно надо слушать? Мы слышали ее 100 раз! Да, это я. И да, я расскажу историю. Прославим же вместе с богиней подвиги бравого Персея и верного Пегаса. Великий бог моря Посейдон явился к смертной женщине, Саре, дочери рыбака. Он предстал перед ней в облике дельфина, и они любили друг друга. Это что, про любовь? Тише, это лишь начало. Скоро Сара родила мальчика, полубога Персея. Я думал, мать Персея звали Данаей, как мою сестру. Да, а его папа Зевс. Да, что ж, это одна из версий. Однажды маленький Персей выпал из лодки и чуть не утонул. Персей и его мать Даная были спасены на острове Серифос. И Персей вырос под присмотром рыбака Диктиса. Повезло! Боги помогли! Возможно. Персей плавал, ездил верхом, сражался и был храбрецом. Хотя его отец был простым рыбаком. Я тоже все это умею! Молодец! Только я не пловец. И не храбрец! Тише! Брат Диктиса правил островом, но он был плохим человеком. Вот гад! Жестокий царь Серифоса Полидект захотел жениться на Данае, ибо была она прекрасной и благородной. Персей знал, что мать этого не хочет. Диктис не мог остановить брата, поэтому Персей решил его изводить. Прямо как ты. Я бы не дал царю жениться на тебе. Жестокий и вонючий подлый царь разозлился. Чтобы избавиться от Персея, тот дал ему задание. «Докажи, что ты воин. Принеси мне подобающий дар», — сказал он. «Убей чудовище!» Так и знал! И я знала. Персею нужно было добыть золотое руно крылатого барана. Его охраняло чудовище, превращающее в камень любого. К счастью, боги помогли Персею. К логову чудовища его вела златокрылая сова Афины. Золотая сова? Глупость! Ух ты! Вот бы мне! Вооруженный острым мечом Алефроса, он сразился с длинношеем, большеголовым, косматым, смертоносным Катаблепосом! Нет! Что? Персей избежал смертельного взгляда Катаблепоса, взмахнул мечом и отрубил ему голову.
Фу! Он забрал золотое руно, завернул в него голову чудища и, оседлав крылатого пегаса, полетел домой спасать Андромеду от Кракена. Он превратил Кракена в камень головой чудовища. Что? Что сделал? Кто такой Кракен? Огромный кальмар. Ты имеешь в виду Кета? Но Гомер говорил, выпускайте Кракена, а не выпускайте Кета. Выдумываешь. Это не все! Появился Аид с огромными скорпионами! Скорпиоксами! Он убил Андромеду и бросился на Персея! Что? Но Персей метнул в Аида меч Зевса и вернул того в царство мертвых! Погоди! У него был серп Гермеса, а Андромеда не умерла! Ты все путаешь! И, в общем, Персей победил! Зевс хотел сделать его богом, но тот отказался. Тогда Зевс оживил Андромеду, ведь она не совсем умерла. Все неправильно и скучно. Ты плохо рассказываешь. И история глупая. Мне очень жаль, но дети есть дети. Хотя то, что я успела услышать, и правда отличалось от привычной всем истории. Извините. Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Эйла! Спасибо, что помогла нам здесь, в Питане. Мы еще... Сделал, что смог. Вот.
Давай. Yeah!
Оставим Алим богам. Отсюда открывается лучший вид. Тише, тише.
Капитана! Вы свободны! Капитан снова у руля!
Мне уйти. Здесь слишком опасно. Ugh.
Давай! Hello. Hello. Huh?
Чем могу быть полезен? Приходи еще.
если меня тут заметят, будет.
господа Сиэнплео! Долгожданная свобода! Я у тебя в долгу! Вперед! Huh?
Афродита, Артемида, Афина, матери и дочери Олимпа, прошу, защитите нас. Мы и так лишились многих. Я не один из них, но я Алексиос, Мистий. Что случилось? Мои люди в опасности. Мы потеряли правителей и воинов, а теперь и охотники пропали. Охотники могут не возвращаться неделями. Что случилось с остальными? Война между Афинами и Спартой достигла наших границ. И они пошли сражаться. Боюсь, что тех, кто остался, погубят сыновья Ксеркса. Я не слышал о сыновьях Ксеркса. Звучное имя. Персы, потомки тех, кто сражался при Фермопилах. Их связывает только наследие древнего царя. Не хотел бы я быть на твоем месте. Хотя я убийца и могу выследить кого угодно. А совет дать можешь? Я не знаю, что сказать своим людям. Они понимают, что дела плохи, но что мне предпринять? Действуй, как подобает правителю. Нужно выбрать путь, каким бы он ни был. Верно. Я должна готовиться, а не впадать в уныние. Но охотники так и не вернулись. Может, ты поищешь их? Я найду охотников. Моя сестра Агнадика ушла искать их и тоже пропала.